наши дорогие ветераны, рад вас всех здесь приветствовать. Самые стойкие у нас, самые веселые, жизнерадостные сегодня пришли на свидание клуба ветеран. Большое спасибо вам за это. Разрешите от городского совета ветеранов тебя лично поздравить вас с наступающим праздником, Днем Победы. Пожелать вам самое главное здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Сегодня у нас с вами в этом сезоне последнее заседание клуба. Следующее будет только в октябре месяце. Поэтому сильно не надрывайтесь на своих грядках и огородах, чтобы пришли все живые и здоровые, чтобы ни вы потери у нас не было. Ждем вас в октябре. Еще раз праздник. Я думаю, Любовь Михайловна не надо будет представлять, да? Начальник управления социальной защиты администрации города Иваново. Наш ангел-хранитель. Добрый день, уважаемые ветераны. С большим удовольствием поздравляю вас с самым главным, самым замечательным праздником – Днем Победы. Наверное, ни одна семья не пострадала, ну, не было ни одной семьи, которая бы не пострадала от того страшного времени, от той войны, которую наш народ выстоял, выиграл, вышел победителем. И мы очень надеемся, что наши дети, внуки, правнуки, они тоже будут вспоминать всегда и отмечать этот праздник с восхищением, с благодарностью к своим предкам и помнить их победу, их ратный подвиг и их трудовой подвиг, который они совершили в эти трудные годы. Вы тоже многие либо были детьми в то время, либо даже работали или воевали. Спасибо вам огромное за тот ваш ратный и трудовой подвиг, за то терпение, мужество, понимание. Никто никогда не роптал в то время. Вот как моя мама мне рассказывала, она говорит, мы все жили верой в то, что мы победим, и все будет хорошо. Сейчас мы тоже живем той же надеждой. Времена, видимо, повторяются, история повторяется. И очень мы надеемся, что мы победим, и все будет хорошо. Здоровья вам, счастья, благополучия, всех благ. С праздником! Ну а сейчас по вашим многочисленным просьбам выступит прекрасный коллектив нашего музыкального училища, колледжа. Приятного просмотра. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня для вас выступит лауреат всероссийских и международных конкурсов оркестр духовых инструментов Ивановского музыкального училища. Художественный руководитель и дирижер, почетный работник культуры Ивановской области, лауреат муниципальной премии «Триумф» Валерий Пресняков. Оркестр принимает активное участие в культурной и концертно-просветительской деятельности Ивановской области. Поколение музыкантов, воспитанных оркестром, составляют гордость Ивановской исполнительской школы. Многие из них после окончания училища трудятся в лучших учебных заведениях и концертных организациях России. Солисты оркестра, лауреаты всероссийских и международных конкурсов,
Екатерина Пербердян и Дарья Бурцева. Сегодня в исполнении оркестра для вас прозвучат известные и любимые песни и авторские сочинения. Наш концерт открывает песня «Течет река Волга». Песня написана в 1962 году композитором Марком Фраткиным и поэтом Львом Ашаниным для панорамного кинофильма «Течет Волга». Одним из первых песню исполнил Марк Бернес. Сейчас легендарная песня прозвучит для вас в аранжировке лауреата всероссийских и международных конкурсов Владимира Полиенко. Солистка, лауреат всероссийских и международных конкурсов Екатерина Пербердян. Снегом белый,
1956 году композитором Василием Соловьевым Седым на слова Михаила Матусовского. «Подмосковные вечера» – одна из самых популярных советских песен. Ее исполняли известные эстрадные и академические певцы, хоры и оркестры в СССР и за рубежом. «Подмосковные вечера». Солистка Екатерина Первердян. Музыкального училища занимают популярные джазовые стандарты. Сейчас вы услышите джазовую композицию «Опавшие листья». Она была создана в 1945 году
композитором Жозефом Касма, солист, студент Ивановского музыкального училища Анатолий Малинкин.
Дорогие друзья, в преддверии 9 мая, Дня Победы, оркестр подготовил для вас программу из лучших и самых любимых военных песен. Песня «Нам нужна одна победа» имеет также и другие названия. «Здесь птицы не поют» или «10-й наш десантный батальон». Песня Булата Акуджавы, написанная для художественного фильма Андрея Смирнова «Белорусский вокзал» в 1970 году. В картине ее поет сестра милосердия Рая в исполнении актрисы Нины Ургант. В финале фильма музыкальная тема песни повторяется в оркестровой аранжировке без слов. «Нам нужна одна победа» исполняет оркестр. Отечественной войны, приобретшая всенародную известность. Автор музыки – композитор и пианист Ежи Петербургский. Автор первоначального текста и названия песни – поэт и драматург Яков Галицкий. Однако популярность песни приобрела в редакции текста лейтенанта Михаила Максимова. Мы приглашаем на сцену лауреатов всероссийских и международных конкурсов Екатерину Первердян и Дарью Бурцеву.
«Советская военная песня». Автор слов – Михаил Исаковский. Автор музыки – неизвестен. Лирическая песня о парне, ушедшем на фронт, которому воспоминания о возлюбленной помогают сражаться за Родину. Солистки Екатерина Пербердян и Дарья Бурцева. На родине и во всем мире русскоязычных песен о войне. Позже Расул Гамзатов писал: «Слова этой песни имели конкретный адрес миллионам павших, не вернувшихся с полей сражений Отечественной войны. Но в то же время не вижу причин, по которым нельзя посвящать журавлей жертвам воинов всех времен». Thank you.
Популярная советская песня, один из неформальных
символом Великой Отечественной войны. Композитор Матвей Блантер, автор слов Михаил Исаковский. Году для фильма «Два бойца». Песня приобрела огромную популярность и стала в Советском Союзе одной из наиболее любимых и известных песен, созданных во время Великой Отечественной войны. Солистка Екатерина Первердян. Вот и теперь надо мною она.
«Вальс» — советская песня о Великой Отечественной войне. Финалист телевизионного фестиваля «Песня года 85». Автор музыки — композитор Игорь Лучинок. Автор слов — Михаил Ясин. Впервые песня прозвучала в эфире 30 декабря 1985 года в исполнении заслуженного артиста Российской Федерации Ярослава Евдокимова, солистки Дарья Бурцева и Екатерина Первердян. Народом Европы свободу привез в небесу.
Я приглашаю на сцену директора Ивановского музыкального колледжа Алгина Бурлакова. Дорогие граждане, хочу от вас поблагодарить руководство холдинга, прекрасный этот коллектив, руководителя таким замечательным праздничным концертом. Вручить Алгина благодарность от нас, от ветеранов. Но нет, я не буду седовать, я по одному лучше. Девушки, где вы тут красавица? Спасибо большое за прекрасный ответ. Надеемся, как говорится, еще встретиться и вы. Вообще-то, Алгин Александрович, не отказывается. Любое мероприятие ветеранов, какие бы эти, не обязательно городская организация ветеранов и ветеранская организация силовых структур, всегда идет на встречи, проводит там концерты, выставки и все проще. Спасибо большое за это. Знаете, вот действительно, слово «здравия желаю» или «честь имею». Вот у вас замечательный человек, который Быстров. А те, которые сегодня в зале, это те люди, это мы должны свои колени преклонить, да, парни, перед теми людьми, которые сегодня находятся в зале. Мы сегодня прямо делали тоже проект, вот, фронта и тыла. Мы с одного проекта на другой. А вы знаете, что это стоит дорого? От того, что вы до сих пор с нами. Мы дорожим каждой минутой, мы дорожим каждой секундой. Мы прекрасно понимаем, что сейчас там мальчишки, которые тоже защищают. Вот здравия желаю и честь имею, и спасибо, дай Бог, на долгие-долгие годы. Это культуролог, который постоянно вот, проводит на этом мероприятии, много сил вкладывает в то, чтобы здесь прошло без стучка, все без зазоринка. Большое спасибо им за это.